Всем большой привет! Сегодня у меня две посылочки с сайта AliExpress. Сейчас с вами посмотрим. Одна ногтевая посылочка отслеживалась. Очень хорошо упаковано все. Это два вот таких товара. Вот такие хлопья разного цвета. Отличные такие. Давайте откроем, посмотрим. Ну ладно, давайте вот эти посмотрим сначала. Вот такой набор заклепочек. Интересные, все размеры разные. Одни такие темные, вроде и черные, и не черные, но темно-серые, как бы золото, под золото цвет. И вот такие вот золотые, очень мелкие есть. Крупнее, вот все разные. И вот такие вот крупненькие прям. Супер, так блестят, переливаются, прям как стразы. Так, и хлопья. Ну, хлопья можно протестировать попозже. Немножко тут рассыпались. Вот такая коробочка. Сейчас посмотрим, есть там, нет, пленочки нету внутри. То есть вот так вот они выглядят. Очень такие легкие, невесомые. Давайте вот так посмотрим, так будет интересней. Ну, тоже разного цвета, вот тоже золотые, такие темные. Вот такие интересные, как бы синий с золотом, фиолетовый, красный, цвета разные. То есть это надо тестировать, смотреть. Так, следующий товар. Сын заказал себе смарт-часы. Вот так вот они пришли. Доставка где-то 25 дней. Заказывала я без коробочки, они шли. Ну, вроде, видите, упаковано неплохо. Вот такой вот пленочкой все обвернуто. Очень липучая, как пищевая пленка, только с пупырышками. Интересно. Так вот они выглядят в таком пакетике. Сейчас достанем, посмотрим. Так, вот они, сами часики. Так, к ним еще идет вот такой USB-проводок для зарядки. И вот здесь где-то инструкция. Вот она. Ну, инструкция тут ничего нам не даст, потому что она на английском языке. Тут ничего особо не нарисовано, не показано, что как включать. Это уже будем разбираться в процессе. Так, значит, посмотрим сами часы вот в такой оберточный мешочек такой. Так, прорезиненный браслет, очень хороший, такой приятный на ощупь. С заклепкой здесь, то есть вот так вот это все одевается. И сюда, видать, проем такой. Так, вот так они выглядят, очень большие, конечно, я не знаю, тут на руку. Надо... руку прям хорошую. Так, ну что, будем разбираться. Здесь пленочка защитная. Снимать, конечно, я ее не буду. Вот. Вот здесь вот вытаскивается вот эта вот резиновая заглушка и для зарядки гнездо. И также вставляется обратно. Зарядили телефончик, вернее смарт-часы. Включается вот этой кнопочкой. Вот появляется вот такой на экране вот такая заставочка, меню. Листаем меню. Нажатием кнопки возвращаемся обратно. Здесь у нас контакты. Набираем, то есть сюда вставляется симка и, естественно, уже обращаемся как с телефоном. Сейчас сим-карты нету здесь, поэтому то, что есть. Значит, что у нас в меню? Калькулятор. Так, калькулятор вот можно считать. Настройки смарт-часов. Вот они идут, настройки. Дальше Bluetooth. Функции Bluetooth. Музыка. Ну, музыку тоже нужно. Флешку вставить. Журнал вызовов. Ну, то есть, как в телефоне, такие же функции. Тут даже QR-код. Возвращаемся. Так, музыка. Ну, музыка тоже. Вставьте карту памяти, нам пишут.
Есть Google, есть Facebook, Twitter, WhatsApp. Здесь, я не знаю, это, наверное, фотографии, галереи, селфи-камера даже вот есть. Маленькая такая вот селфи-камера, видите, я там вам машу. Ну, все тут очень интересно. Много функций. Вот режим сна, то есть поставили, включили и уснули. Потом смотрите результат, как вы спали. Шагомер. Дальше режим бездействия. Тоже вот здесь включается вибрация, звонок. То есть дальше что у нас тут? Ну вот, вот такие в основном функции. Вот тут диктофон. Это, конечно, надо разбираться еще, но самое главное вот я показала. Так. Так, вот я открыла с трудом эту крышечку. Вот, то есть вот здесь вот в уголочке она открывается вот с этой стороны. Здесь находится аккумулятор у нас. 380 миллиампер в час мощность у него, емкость, то есть. Так. Так, достала батарейку. Вот здесь мы видим разъем под сим-карту, под флешку. То есть все как положено. Прям как в телефоне стандартном. Вот так вот он включается. С таким звуковым сигналом. Интересно, конечно, поиграться, побаловаться. Опять заново теперь надо все настраивать. Батарейку вынала. Ну все, вот такой интересный гаджет. Даже не знаю, заказывать стоит его или нет. Но в комментариях, если что, спрашивайте. Буду писать, как они в действии. Давайте протестируем наши хлопья. Не знаю, первый попавшийся вот открыла. Значит, взяла просто черную типсу и нанесла базу. Просушила и на липкость попробуем приклеить. Сейчас немножечко кисточку смочу. Что у нас получится, не знаю. Ложатся отлично. Сразу сами приклеиваются. Даже ничего делать не надо с ними. Но напоминает вот те стружки, набор стружек, что я до этого как-то показывала в своих видео. Но там стружки, а тут вот именно фольга такая, хлопья, они вообще невесомые. И они сразу приклеиваются на липкость. Вот видите, только касаюсь, они сразу ложатся ровненько, нигде не топорщатся абсолютно. Вот видно, что нигде ничего. Так, давайте какой-нибудь другой попробуем цвет. Ну вот синий, например. Будет у нас разноцветный такой эффект. Вот есть прям здоровый-здоровый кусок. Не знаю, куда его такой огромный. Не, он тут не поместится. Поэтому не будем мы его трогать. Вот, шикарно ложатся. Ну, что и следовало доказать. Вот. Ну, давайте уже для эксперимента еще такой попробуем. Мне понравилось, что на них нету этой пленки. Потому что тут мучиться еще пленку, то отрывать. Они и так никуда не денутся. Они там сидят. Если, конечно, не чихнуть на них, то, возможно, они никуда и не денутся. А если чихнуть, могут и разлететься. В разные стороны. Вот. Видно, да? Как они прикрепляются. Здесь что-то мне сегодня темно как-то тут. Вот такой вот эффект красивый получился. Ну, давайте еще уже до кучи какой-нибудь цвет. Вот они в воздухе прям летают. Поэтому надо осторожно не дышать, не чихать. Никаких не совершать дуновений на это все дело. Иначе все разлетится. Очень красиво. Ну, это я просто на черном цвете, чтобы попробовать показать вам. А так, я думаю, под любой гель-лак можно всегда подобрать любой цвет. Вот такая красота.
камеру все блестит, сверкает, ничего не понятно. Ну и я думаю, проблем с топом не будет, перекрыванием, ничего не топорщится, все ровно, гладко. Если даже топорщится где-то, просто вот так кисточкой раз-раз, и оно прилипает. Все, отлично. Так что вот такие небольшие мне сегодня посылочки. Мало, как говорится, мало, но зато все красивое такое, сверкающее. Плюс часы для сына. Пускай пользуется, играет. Если что, в комментариях спрашивайте, буду отвечать. Все, всем спасибо за просмотр, всего хорошего и до новых встреч!